Столетие системы социальной защиты населения России отметили во Владикавказе. В рамках празднования в городе состоялся велопробег. В нем приняли участие более 50 человек, среди которых работники всех социальных подведомственных служб, а также добровольцы. Велосипедисты проехали около 7 километров от санатория Осетия, далее через мемориал Славы и до памятника Исе Плиеву. Участников сопровождали медики и представители ГИБДД. На финише их встретили представители администрации города и Министерства труда и социального развития. После веселого финиша состоялся праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы Владикавказа. Для гостей и участников исполнили песни, танцы, юмористические номера. Отметим, что мероприятие было организовано Министерством труда и социального развития республики. Естественно, это, скажем так, для нас символично, да, потому что это форма такая празднования, когда мы проявляем свое такое единство, свой командный дух. И надеюсь, что вот такое отношение к своей работе, оно и будет позволять нам решать много задач масштабных и решать их эффективно.